А в областном центре в преддверии праздника презентовали новую книгу белгородского поэта Николая Грищенко «Избранное стихотворение и поэма». Над произведениями писатель трудился в течение последних 50 лет. Сквозная тема – любовь к отчизне и ее непростая судьба. Первый цикл о Великой Отечественной. Второй – «Обратная дорога», посвящен родному селу в Валуйском округе. В солдатской тетради автор вспоминает марш-броски, полосы препятствий и боевые дежурства. Армейской службе Николай Грищенко посвятил более 10 лет. Участвовал в военных событиях в Чехословакии в 68-м. Дослужился до старшего лейтенанта. Говорит, сейчас поэзия должна быть на передовой вместе с нашими защитниками. Чтобы стоять крепко за Родину, нужно быть патриотом. И воспитывать патриотизм – это наша обязанность. И нам нужно выстоять, нужно победить. А чтобы победить, нужно быть крепким духом.